Участники мотопробега «Донбасс-Кузбасс» соединили два угольных региона и преодолели маршрут протяженностью около 5000 километров. Участниками мотопробега стали более 300 байкеров со всей России. Они повторили маршрут, который в 1935 году на лыжах преодолели шахтеры Прокопьевска, чтобы передать горнякам из Горловки знамя шахтеров Кузбасса. Байкеры проехали через Горловку, Волгоград, Саратов, Самару, Уфу, Магнитогорск, Курган, Омск, Новосибирск. В каждом из этих городов они встречались с молодежью, спортсменами, общественниками и проводили патриотические акции. В Кемерове мотоциклистов приветствовал губернатор Сергей Цивилев. У монумента память шахтерам Кузбасса состоялся торжественный митинг с возложением цветов. Весь этот пробег – это как раз в поддержку жителей Горловки, в поддержку жителей Донбасса, которые так остро нуждаются сейчас в этом. Мы с ними всегда рядом. Как они нам помогали строить наш Кузбасс на рубеже 20-х и 30-х годов. Точно так же и мы сейчас. Отдавая братский долг, должны быть рядом. Должны быть вместе с ними в эту тяжелую минуту. Я уверен, что все пройдет, все восстановится. Но сегодня, мы как никогда должны быть вместе. Теперь участники мотопробега проедут по кузбасскому маршруту Кемерово, Белово, Прокопьевск, Новокузнецк, Осинники, Шерегеш, Таштагол, Кемерово. В этих городах также пройдут патриотические митинги с возложением цветов к монументам, установленным в память шахтеров и героев Великой Отечественной войны. Галина Ильина, Ленинск ТВ.